Реализацию предвыборной программы избранного президента обсудили эксперты. В частности, на заседании Республиканского общественного совета при партии Аманат речь шла об образовании и здравоохранении. По словам сенатора Акмарал Аль-Назаровой, остро стоит вопрос дефицита медработников в сельской местности. Проблему уже начали решать, однако необходимы решительные действия. Мы говорим, что половина нашего населения проживает именно в селах. При этом, по нашим подсчетам, из 75 тысяч врачей только 18% оказывают медпомощь именно сельским жителям. Это очень острый вопрос, и мы должны сделать все, чтобы изменить ситуацию.